уважаемые коллеги, родители, уважаемые спортсмены, судьи, я рад вас приветствовать 18 раз на благодарной земле Североморска. Я рад, что мы собрали такой коллектив единомышленников 18 раз. Надеюсь, что вы покажете свои лучшие качества и спортивные, и человеческие. Уважение к сопернику, судьи покажут честное судейство, ну а наши родители и наши болельщики получат истинное наслаждение от поединков. ОС! Я хотел бы предоставить слово руководителю региональной федерации Кюкюсенкай Мурманской области Александру Викторовичу Криводедову, пятый дан, который поздравит наших коллег с выдающимися результатами. Дорогие спортсмены, родители, судьи, уважаемые все, кто участвовал в организации этих соревнований, хочу тоже от имени регионального руководителя поздравить с этим знаменательным событием и вручить памятную доску, памятку Качановой Анны Олеговны, которая большой вклад внесла в развитие нашей организации. Поздравляю! Много воспитанников сейчас выступают, но в какой-то момент она пришла, вот эта девочка, которая начинала заниматься сейчас, когда находится на третьем дане.